Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания. И сегодня мы с вами собираем конструктор. Собираем мы с вами вот такой вот домик. Вот на него отдельный обзор я делала, а теперь вот сижу собираю. Сейчас лампочку, наверное, включу я. Да, так, наверное, будет получше немножко. Я уже тут немножечко собрала. Вот. Покажу, тут есть инструкция. А, ну вот он, в принципе, домик. Есть инструкция. Здесь все пошагово, все хорошо расписано. Чего, как, вот, сколько, куда. Ну, это первое я пропустила. Где вот пальмочка, вот это вот. Это я потом сделаю. Вот, а начала я сразу с домика, вот я уже все тут сделала. Прикрепила, в принципе, вот они. Белое, тут все синенькое. Вот, черненькое оно. Ну и тут уже тоже, да. Вот оно я собрала. Дорожку вот почти уже собрала. Чуть-чуть осталось. Что-то одна деталька. Вот она тут. И вот сейчас пойдет у меня стена. Давайте вот так сделаем. Вот, чтобы вам тоже было видно. Так. А, и также вот маленькие детальки вот такие вот. Я разложила сюда вот в контейнер отдельно. Которые могут нам... которые у нас могут, вернее, потеряться. Пускай они тут будут у нас. Так, и... да, сейчас мы будем стену строить. Тут у меня вот еще вторая часть есть. Тут вот как раз вот она, видимо, стена идет. Тут все расписано. Вот она большая. Вот она коробочка. Кстати, наверное, пока не нужны. Хотя, конечно, тут видно, что больше их. Ну, сейчас посмотрим. А, одна, а, ну вот, да, таких три. Точно все правильно, три. Так, сюда мы втыкаем наши такие штучки. Вот они, синенькие.
ну вот смотрите, мы все тут закончили. Есть у нас вот они ступенечки, все вот это вот. Почтовый ящик потом сделаем. Так, вот эта дорожка. Тут вот щель пока что. Что-то здесь будет потом. Вот это вот. Похоже на диван, если честно. Вот. Так. Все есть. Остальное мы будем с вами достраивать завтра. Вот. В принципе, ролик получился и так довольно длинный. И завтра будет интереснее. Что там там? Дальше будет у нас. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Понравилось вам, не понравилось? Что конкретно не понравилось? Может, как-то по-другому камеру поставить? Я поставила специально под углом, чтобы вам было видно, что я тут делаю. Потому что периодически вот так переворачивать я забываю. Вот, и вам просто, если прямо будете смотреть, вам не будет видно. Вот. Ну и все, всем пока-пока.